Мост в Тарабитию. Маслом будешь? Да, намажь. Телли, где твои хлопья? Я не хочу есть. Надо съесть что-нибудь. Я не хочу есть, мам. Ты должна что-нибудь съесть перед школой. Ну да. А джем намазать? Да, спасибо. Бренда, осторожнее, ты мне платье испачкаешь. Билли Бейкер будет сидеть со мной на математике. Он тоже экзамены завалил? Умолкни. Эй! Кто бы говорил? Сегодня твой первый день в школе, волнуешься? Да. Ваша фу, ты воняешь! Да, мама, от него воняет! Надеюсь. Пусть он принимает душ перед тем, как садится за хватит стол. Хватит придираться к брату. Ешьте свой завтрак. Мэйбель, вот вы, сок. Спасибо. Кто взял мои кроссовки? Джесс, они уже даже на кроссовки не похожи. Я их выбросила. Что? Мам! Не обижайся, но мои дети не должны ходить в школу, как какие-то бездомные. Я тебе приготовила старую обувь Бренды. Они же девчачьи. Ремень вентилятора полетел. Это ерунда. Элли, Нина, держи. Чем ты расстроен? Сегодня большой забег. И что? Мои кроссовки. Я дала ему замечательные кроссовки. Они девчачьи, я не могу в них бегать. У тебя и в старых не очень получалось. Ему нужны новые кроссовки, Мэри. У нас не осталось денег на дополнительные расходы. Потерпи немного. Ты там все сделал? Сейчас сделаю. По 5 минут ждать, приятель. Садись. Эй, это мой завтрак, отдай, отдай! Прекратите, прекратите. Это тебе на завтрак. Бесплатный бутерброд, деревенщина. Ну все, успокоились. Как вы зовете свою училку? Я хочу сказать Александре. Болтливый рот, отвали. Александра, они зовут ее Майерс Белтливый Рот. Отстань, кому говорят? Правила поведения на уроке. Никакой жвачки, никаких разговоров и никаких электронных устройств. Предупреждаю сразу, станете таскать работы из интернета, будете заниматься после уроков.
Итак, давайте начнем год подобающим образом и приступим к работе. Откройте тетради. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Знаешь, что это? Мой детектор неудачников. Пип-пип-пип-пип. Джесси Эйронс. Я терпела ваших сестер, а вас я терпеть не собираюсь. Ой, блин. Вас это тоже касается? Он ударил меня. Кранты тебе. Скотт Хогр и Гарри Фалчер. Замолчите оба. А теперь вернемся к тому, на чем остановились. Итак, неопределенная... Клевые у тебя тапки. А трусы ты тоже берешь у своих сестер? А? Ты че молчишь? Язык проглотил, девчонка. Доброе утро, дети. Поздравляю вас с началом учебного года. Миссис Майерс, это да. Лесли Бурк. Она будет учиться в вашем классе. Лесли, добро пожаловать в нашу школу. Спасибо. Спасибо, директор Тернер. Что ж, Лесли, сегодня тебе придется сесть за мой стол, а потом мы решим, куда тебя посадить. Давайте начнем занятие с небольшой разминки. Напишите сочинение на один листок о своем любимом хобби. Да. Миссис Майерс, когда вы говорите один листик, вы имеете в виду обе стороны листа? Можешь написать на одной стороне. Я напишу на двух. Короче, я одолжу тебе пару баксов, потом сочтемся. Простите? Доллары есть? Нет. Значит, будешь писать на улице. У тебя проблемы? Наоборот, соплячка, это у тебя проблемы. Да, точно. Милые ножки. Ты что-то сказала? Я хотела спросить, ты когда-нибудь слышала сказку про троллей, которые сидели под мостом и требовали деньги с путешественников? Тролли? Что за фигня? Неплохо, соплячка. Но вход стоит долго. Хогер, скорее! Приготовиться? Забег начинается, быстрее! Бип-бип-бип-бип! Тебе кранты! А ну, за линию! Вы знаете правила! За линию, давайте! Эй, новенькая, это только для парней! Да, чё это она, совсем я с тобой разговариваю! Боишься, что девчонка тебя сделает? Начинайте, начинайте! На старт! Внимание! Кранты! Марш! Спасибо. Ты что, меня преследуешь? Нет, я живу вон там. Мы соседи? А у тебя есть младшие сестры? Нет, я одна. Ой, а у тебя есть Барби? Да, есть несколько. А у тебя? Да, есть одна, с половиной. С половиной? Одна наполовину умерла во время суперэкстрима. Никогда о таком не слышала. Ну, там спускаешь их в унитаз, в окно выбрасываешь с чердака. Всякое такое. Это очень весело. Забавно. Ладно,
Еще увидимся. Да, пока. Пока. Привет, ребят. Привет, пап. Я собираюсь за продуктами. Поедешь? Да, конечно. Пока. Это она пролила, причем здесь я? Я ведь просила тебя присмотреть за ребенком, Бренда. Сегодня очередь Элли. Что? Я делаю алгебру. Поможем мне еще. Эй! Девочки, пора начинать помогать по дому. Вы уже не мои. Мэйбель, ты опять трогала мои вещи? Я их не брала. Хватит, не выдумывай. А чем ты это докажешь? Что там у вас случилось? Папочка! Привет, солнышко. Он тебя обижает? Она брала мои вещи. Какие вещи? Ну как, прошел забег? В соседний дом переехала новая девочка. Она всех мальчишек обогнала, даже Джесса. Вынеси мусор перед ужином. Одна капля. И вот произошло чудо, повсюду твои цветы. А когда они вырастут? Совсем скоро эта теплица наполнится фиолетовыми цветами. Цветами Мэйбель. Я всегда хотела фиолетовенькие цветочки. Они такие здоровские. Я думаю, они очень быстро вырастут. Я тоже. Завтра здесь все будет усеяно ими. Да. Всем доброе утро! Доброе утро, мисс Эванс! Вы рады, что лето закончилось? Нет! Как это нет? А я рада. Разбирайте инструменты. Нет, нет, все готовы? Сфотографируй. Так гораздо удобнее. Тихо, пожалуйста. All McDonald's has a farm. Нет! Нет? Не нравится эта песня? Нет! Тогда возьмем другую. Давайте. Переключи сейчас же. Нет, дай сюда. Там. Дай сюда. Хватит вам ругаться. Ничего не поделаешь. Нужно немного потерпеть. Переключи по-хорошему. А я хочу смотреть это. Это не может так продолжаться. И что ты сегодня наденешь на бал? Я все понимаю. Да. Я себе уже всю голову сломала. Нужно как-то сократить расходы. Это очень проблематично. Но я постараюсь что-нибудь придумать. Может, ты мог бы поработать в магазине в две смены? Бип-бип-бип. Тебе кранты. А ты здорово рисуешь. Мне кажется, у тебя настоящий талант. Спасибо. Я хочу прочитать вам это сочинение по двум причинам. Во-первых, здесь хорошо использованы прилагательные. А во-вторых, автор придала особое значение тому, что она видела и чувствовала. А это очень важно для любого сочинения. Замечательное погружение на глубину. Автор Лесли Бук. Лесли, может, ты сама нам его прочтешь? Ну, нифига себе. Я осторожно вхожу в этот дикий и прекрасно неизведанный подводный мир. Я плыву в тишине. Лишь мое дыхание нарушает это безмолвие.
Надо мной нет ничего, кроме мерцающего света. Место, откуда я пришла и куда вернусь, когда закончу здесь. Я погружаюсь. Здесь безумно красиво. Я погружаюсь мимо подводных скал и темных водорослей. На самую глубину, где меня ждет стая серебряных рыбок. Рассекая водные просторы, я выпускаю наверх пузыри, похожие на маленьких медуз. Проверяю кислород. Времени не так много, чтобы увидеть все, что я хотела. Но я рада, что побывала здесь. Спасибо, Лесли. Здорово. Сегодня в 7 вечера на 4-м канале будет передача про подводного исследователя доктора Боба Балларда. Посмотрите эту передачу и напишите работу о том, что вы узнали. Лесли? А если кто-то не сможет посмотреть эту программу? Если вы предупредите родителей, что это задание, они вам разрешат. Но если у кого-то нет телевизора? Мой отец говорит, телевидение разрушает мозг. Да твой отец ничего не понимает. Мы смотрим телек каждый день. Оно и видно. Что ж, Лесли, тогда тебе не нужно писать это сочинение. Можешь выбрать любую другую тему. Да, как живется в пещере. Довольно, мистер Хогр. Эй, Лесли, иди сюда. О чем ты будешь писать? О летучих мышах пещеры? Странная она какая-то. Откуда она взялась? Дурочка какая-то. Джесс, взрослые девчонки ее убьют. Уходи оттуда, задний ряд для восьмиклассников. Вот именно, соплячка, проваливай. С дороги, деревенщина. Напрашиваешься. Ей по-любому нравится над людьми издеваться. Так что можно повеселиться. Как это у тебя странный способ веселиться. А что нравится тебе? Я не знаю. Придумаем что-нибудь? Не знаю. Давайте чем-нибудь займемся. Это будет здорово. Тебе с нами нельзя. Почему? Ты еще маленькая. Мэйбель, я больше не играю в Барби. Можешь взять их, если хочешь. Навсегда-навсегда? Конечно. Спасибо. Хорошо, когда есть сестра. У меня их 4, и я бы их сменял на собаку. Собаку я тоже хочу. Надо спрятаться, пока она не передумала. Бегом до конца дороги, давай. На старт, внимание, марш! Как же акулы? Просто интересно, ты видела акул, когда спускалась под воду? Я не была на море ни разу в жизни. Ты все наврала? Нет, я все выдумала. Это не то же самое, что соврать. Твои рисунки, ты все это в жизни видел? Нет, но... Эй, вот это да! Здорово! Лучше не рисковать, она давно здесь висит. Да ладно, давай попробуем. Так. Держишь? Отлично. Спасибо.
Что ты делаешь? Забираюсь повыше. Здорово! Просто дух захватывает. Попробуй. Если глядеть на небо, такое чувство, как будто летишь. Место только для нас. Ну, без всяких там Дженнис Эвери и Скоттов Хогров. Стоит нам прийти в школу, и они тут как тут. Ты прав, но это должно быть место, о котором никто не будет знать. Скажем, волшебное королевство, о котором знаем только мы. Даже не знаю. А как это? Ну, например, единственный способ попасть туда — с помощью этой чудесной веревки. Чудесные веревки? Да. Давай. Лесли! 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 Подожди. Уйдем отсюда. Это чужой лес. Не так громко, а то они услышат. О чем ты говоришь? Эй, что это? Ух ты, Джесс! Ты только посмотри! Класс! Они подобрались. Слишком близко. Куда подобрались? К королевству. Что это? Что? Этот звук я уже слышал, там кто-то есть. Это цепи пленников так жутко звенят. Каких пленников? Пленников темного властелина. Нужно уходить. Постой! Джесс, смотри! Что это? Смотри! Здорово. Это оно. Обыкновенные стрекозы. Нет, это воины.
из мотыльковых провинций. Я не знаю такой игры. Какой игры? Это все правда? Это руины Великой крепости. Ее защитники были захвачены в плен. Джесс, нас послали освободить их. Пленники темного властелина! Это мы! Мы пришли освободить вас! Вы слышите меня? Дайте мне какой-нибудь знак! Просто так совпало! Сегодня весь день ветер дует! Я вас не слышу! На выход. Но ведь он ничего не делал. Выходи. Так ему и надо. А с тобой-то что случилось? Дженнис Эвери очень талантливая девочка. Она умеет брызгать кетчупом через весь автобус. Ужас. Можно я умоюсь у вас? Моя мама, если увидит это, сразу к директору побежит. И меня вообще заклюют. О, добрый день. Мам, это Лесли. Привет, Лесли. Здрасте. Очень приятно. Спасибо, мне тоже. Ну как? Твоя семья уже устроилась здесь? Да, мэм. Это хорошо. Идем. Счастливо! Только не поздно, милый. Чудно и еще чуднее. Хорошо, что он хоть с кем-то дружит. А где твой отец работает? Дома, как и моя мама. Они писатели. Писатели? И что они пишут? Фантастику. Тогда все ясно. В каком смысле? Ты любишь выдумывать, а твои родители этим зарабатывают.
Ты в ремонте соображаешь? Нет. А что? Ну, твой отец же занимается ремонтом. Ясно. Все очень просто. Ты это ты, а не твои родители. Слушай, а если они дома работают? Ты с ними часто видишься? Да не очень. Что это? Граната! Здесь нет гранат. Прячься! Белки! Полубелка, полустатхогр. Белогр! Белогр! Коварная пехота темного властелина. Они атакуют. Нам нужно оружие. Нас окружают. Видишь, вон там. Да. Видишь? Правда? Да. Лесли? Лесли? Лесли! Забирайся, отсюда видно все королевство. Правда круто? Здесь мы можем делать все, что угодно. Видишь? Это все наше. От гор до океанов. А куда нужно смотреть? Ты увидишь, только закрой глаза и дай волю своему воображению. Вот здорово. Как мы назовем это место? Терабитие. Тише, все на цыпочках. Так, готовы? С днем рождения! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, милый Джесс! С днем рождения тебя! Загадай желание. Ура! С днем рождения! Что ты загадал? Дешевое барахло. Вовсе нет. Мне нравится. Как может нравиться то, что не работает? А я думаю, просто мы еще не разобрались. Не выбрасывай коробку, я попытаюсь ее вернуть. Папочка, в нашей теплице кто-то есть. Этого только не хватало, чтобы какой-то зверь здесь хозяйничал. Что ты с ним сделаешь? Эти овощи – часть нашего пропитания. Мы не можем делиться ими с каждым зверем. Ты убьешь его? Придется. Но он же прямо сейчас не появится. Верно? Надеюсь, нет. А если появится, я с ним разберусь. Еще чем-нибудь помочь? Нет, иди делай домашнее задание. Я здесь сам все доделаю. Под сиденьем. У тебя вчера был день рождения. Нравится? Хм. Это ведь очень дорого. А тебе какая разница? Я не знаю. Ну, я могу это забрать и купить тебе подешевле. Спасибо большое. Тили-тили-тесто.
Джесси и Лесли Женек ему девушка. Сначала любовь, свадьба, как сказка. И вот уже Джесси. Смотри, Белогр и Коршун. О, а вот он. Неужели парень, победивший Белогра, боится Хогра? Мисс Эдмонс. Ой, он говорящий. Можно я вам помогу? Да, безусловно. Сегодня праздник какой-то. Отлично. О, я возьму ее. Спасибо. Привет. Привет, мальчики. Где ты этому научилась? Чему? Строительству. Для девчонки просто здорово. Я еще и быстро бегаю. Для девчонки. Ты знаешь, о чем я. А ты здорово рисуешь. Для мальчишки. Ладно, я все понял. А твои родители не заметят, что из дома исчезли вещи? Пока они пишут книгу, нет. Что это? А ну, покажись! Это гигантский тролль. Нет, это гигантское дерево чуть не убило нас. Ты считаешь, такое дерево могло упасть само? Идем. Когда темный властелин понял, что мы не боимся Белогров, он послал гигантского тролля. Он сильно большой. Ого. Вот отпечаток его ноги. Ты правда так думаешь? А что еще это может быть? Что же нам делать? Если бы у нас был охотник на троллей, он бы легко его нашел по запаху. Лесли, смотри, вон там! Кажется, он пошел туда. Мы правители Доровитии, и ничто нас не сокрушит! Давай кто быстрее до веревки. Обожаю это место! Иди отсюда и не возвращайся. И что это значит? Я все уладил. Неужели? И как ты это сделал? Я отнес его в лес. Он больше не вернется, я обещаю. Он сам сказал, что будет держаться подальше от парника. Нет, поверь мне, он убежал, и сюда он больше не вернется. Джесс, ты должен понять одну вещь. Это тебе не рисунки разные малевать. Это опасный вредитель, который ворует нашу еду, похищает у нас время и заработанные деньги. Ясно. Пора взрослеть. Хватит витать в облаках. Хорошо. Гаси свет. Спокойной ночи. После школы убьем гигантского тролля. Хватит витать в облаках, Лесли. Что? Нет никакого тролля, ясно? Глупо. Смотри, чтобы тарабитяне тебя не услышали. Они думали, ты их король. Thank you.
Там щенка. Александра, смотри, какие мне папа пирожные купил. Я их потом на перемене обязательно съем. Бэй-бэй, лучше помалкивай про пирожные. Ты просто завидуешь, потому что у тебя их нет. Когда их отберут, не приходи ко мне в слезах. Я никому их не отдам. Джесс! Джесс! Дженни Севери украла мои пирожные! Дженни Севери украла мои пирожные! Я ж тебе говорил, держи язык за зубами. Она вот там, ты должен что-нибудь сделать. Вы тоже платите за туалет? Но нужно в туалет. Конечно. Гони доллар, коротышка. Но у меня нет доллара. Это нечестно. Туалет должен быть бесплатным. Бесплатный туалет. 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 Бесплатный туалет, бесплатный туалет, бесплатный туалет, бесплатный туалет, бесплатный туалет. Отдавай мои пирожные, Дженни Севери. Какие пирожные? Пирожок. Ты должен ее побить, ты же мой брат. Нет. Знаешь, что будет, если я начну с ней драться? Надерешь ей задницу. Нет, меня выгонят из школы за драку. Что это докажет? Она украла мои пирожные. Идем. Не расстраивайся. Мы ей отомстим. Правда, Джесс? А? Смотри, чтобы тарабитяне тебя не услышали. Они думали, ты их король. Сезон охоты на гигантского тролля открывается сегодня. Джесс! Джесс! О, привет! Какой хорошенький! Это самый настоящий, чистокровный охотник на гигантских троллей. Он мой? Ага. И он только что описывал мне всю рубашку. Спасибо, Джесс. Я так рада. Я назову тебя принц Терриен. Экстраординарный охотник на гигантских троллей. Сокращенно пяти. Джесси, кажется, он учуял тролля. О, нет. У нас гости. Мохнатые коршуны! Что это? Это гигантский тролль. Милые ножки. Бежим! С ума сойти! Кажется, он отстал. Лесли. Где у него слабое место? А у него есть слабое место? Не знаю. Так, он еще больше разозлится. Пяти! Вот оно! Это его слабое место. Щекотка! Фу! Гадость! Мог с ноги тролля. Молодец, Пяти. Умничка. Хороший песик. А у Дженнис какое слабое место? У восьмиклассницы? Возможно, восьмиклассники. В кого она втюрилась? Даже не знаю. Самый крутой парень в восьмом классе. Наверное, Уиллард Хьюз. То, что нужно. То есть? Так, пиши. Дорогая Дженнис. Сама пиши. Не пойдет. Мальчишечий почерк, отстой. Не обижайся. Так что пиши ты.
так. Дорогая Дженнис, ты самая потрясающая и красивая из всех, кого я встречал. А как я ее парту узнаю? Там полно обглоданных костей и кровавые пятна. Вряд ли ты меня знаешь, но я должен тебе кое-что сказать. Я считаю, ты очень клевая. Ты самая крутая из всех девчонок в нашей школе. Отлично. Дальше так. Давай проверим, возможно ли между нами что-нибудь. О, мистер Бейли! Да? Я как раз вас искала. Меня? Зачем? Кажется, кого-то стошнило в женском туалете. Ну ладно, я посмотрю. Встретимся у автобусной остановки после школы. Поедем домой вместе и поговорим о нас. Напиши с большой буквы «нас». Со всей любовью, Уиллард. Если мы попадемся, они оба нас убьют. Если ты сегодня снова смоешься, я тебе ноги переломаю. Ну, сейчас попробуй догони меня. Кишка такая. Привет. 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 Я получила твою записку. А что ты говоришь? Круто, чувак. Что за записка? Очень мило с твоей стороны. Ты что, с ума сошла? Ничего я тебе не писал. Для кого? Уиллард Хьюз сегодня провожает Дженнис домой. Чего, чего? Уиллард и Дженнис влюбились друг в друга. Ну, эти восьмиклассники. Скажи это Уилларду. Похоже, он едет домой на другом автобусе. Эй, Дженнис, что случилось? Уиллард не знал, что влюбился в тебя? Что случилось? Да. Ну что, идем? Да. Я тоже хочу. Тебе нельзя. Это свободная страна. Если ты пойдешь за нами, я скажу Александре, что ты сосешь палец и спишь в подгузниках. Ну так что? Они дописали свою книгу. Откуда ты знаешь? Лесли, нужна твоя помощь. Идем. Привет, мам. А, Лесли, привет. Сейчас мы быстро все сделаем. Это мой друг Джесс. Он нам поможет. Так ты тот самый Джесс. Очень рада. Я Джуди. Лесли говорит, что ты отлично управляешься с кистью. Присоединяйся к нам, если хочешь. Не стесняйся. Красим так, чтобы эта стена в лучах вечернего солнца переливалась всеми оттенками. А у тебя твердая рука, Джесс. Рука художника. Я прав? Да. Лучшая награда в нашей жизни – это возможность заниматься делом, которое того стоит. Это Тедди Рузвельт сказал, не я. Здорово. А я что говорила? Оно того стоило? Привет. Джесс, иди готовься к школе, хорошо? Я через пару недель начну работать в магазине по выходным. Тебе придется взять на себя домашние дела. Знаете, возможность заниматься стоящим делом
лучшая награда в нашей жизни. Джесси, ты ходил в кружок рисования? Нет, я их сам нарисовал. Ты очень талантливый. Не позволяй другим вставать у тебя на пути. Прошу вас. О, спасибо. Я сейчас была в туалете. Кто-то заперся в одной из кабинок и рыдает. Кажется, это Дженнис Эвери. Ты думаешь, это из-за нашего розыгрыша? Вряд ли. Идем со мной. Бесплатный туалет! Ты должна поговорить с ней. Ты шутишь? Из-за ссадины на коленке так не плачу. Здесь что-то серьезное. Не могу же я пойти в ваш туалет? Я не хочу идти туда одна. Что с тобой? Девчонка, которая победила тролля, боится глупую восьмиклассницу? Давай не сейчас, хорошо? Ну почему? Там все расскажу. Ладно, Ким, вечно ты скрытничаешь. Это Тайлер? Короче, он подошел, когда я получила... И смотрит. Я ему точно говорю. Ты что? Как это? Ее отец злится на нее. Ну и что? Мой отец тоже на меня злится. Причем постоянно. Он ее бьет. Ого. Соседи услышали, как они орут, и вызвали полицию. Потом поползли слухи, и теперь все восьмые классы об этом знают. Да уж. В общем, это многое объясняет. И что ты ей сказала? Ну, я рассказала ей, что у меня нет телевизора, и все надо мной смеются. И я знаю, каково это, когда все считают тебя чокнутой. А она что? Попросила совета. Дженнис Эвери нужен твой совет? Да. И что? Ну, я посоветовала ей притвориться, что она не понимает, о чем говорят все вокруг. А пройдет пара недель, и все об этом забудут. Да уж. И угостил ее жвачкой. Пора уходить. Ты придешь сюда завтра? Не могу, у меня дела по дому. А послезавтра? По воскресеньям мы ходим в церковь. О, а можно с вами? Тебе не понравится. Да нет, мне интересно. Девчонкам туда нельзя в брюках. У меня есть платье, Джесс. Ты наденешь платье? Вот это зрелище. Пока. Что нам нужно? Колокола, в Торобитии. Я правда рада, что пошла. Это очень интересно. Вся эта история про Иисуса. Это не интересно, это очень страшно. Когда на руках рана от гвоздей,
Из-за того, что все мы ужасные грешники, Господь позволил Иисусу умереть. Ты думаешь, это правда? Так в Библии написано. Вы должны в это верить, и это ужасно. А мне не нужно в это верить, и это замечательно. Нужно верить в Библию, Лесли. Почему? Не будешь верить в Библию? Господь отправит тебя в ад, когда ты умрешь. Да брось, Мэйбель, кто это сказал? Ведь это правда, Джесс? Господь отправит в ад, если не верить в Библию. Конечно. Я не думаю, что у Господа есть время на то, чтобы заниматься отправкой людей в ад. Он слишком занят, управляя всем этим. Джесс, помоги мне. Да, иду. Принеси мне дрель из парника. Ты еще не угробил их? Это не смешно. Смотри. Может, лучше на солнце их вынести? Джесс! Джесс! Где мои ключи? А? Что? Мои ключи. Ты мне их не вернул. Думай! Я положил дрель сюда, они должны быть где-то. Черт здесь. Подери! Там ключи от магазина, от касс, это всего! За смену замков они возьмут $700 из моей зарплаты! Они должны быть здесь! Если я не найду их до этих выходных... Я найду их, обещаю! А может быть, ты мне деньги нарисуешь, чтобы я за них заплатил, а? Попробуй, хоть какая-то польза от тебя будет! Я же сказал, что я найду их! Ты чего такой? В чем дело? Я отцовские ключи от работы потерял. И теперь ему придется делать новые ключи, менять замки. Мэйбель. Прошу вас, не надо злиться на меня. Что? Джесс, я знаю, где ключи твоего отца. Знаешь? Помнишь, мы хотели колокола сделать? Это должен был быть сюрприз. Я искала всякие звенящие металлические фигульки. А Мэйбель хотела помочь. И ты ей разрешила? Мэйбель, ты сказала мне, что нашла их на земле. Но ведь это правда. Ага, на земле, в парнике. Да что с тобой? Отец меня чуть не убил. Я ждала подходящего времени. Так ты знаешь, где ключи? Пока. Я скоро приду. А ты расскажешь папе про меня? Не волнуйся, я постараюсь вернуть его ключи. До скорого. Ух ты, как вода поднялась. Ладно, идем. Хватит витать в облаках. Нарисуй мне деньги, хоть какая-то польза от тебя будет. Он правда так сказал? Это тебе не рисунки малевать, это все серьезно. Джесс! Глупость, почему я все время должен быть серьезным, а? Объясни мне, ну. Темный властелин может захватить ключи. Я не боюсь темного властелина, это мои ключи. Лесли, спрячься за меня. Джесс, обернись. Они повсюду. На, держи. Джесс! Беги, взять его! Молодец, Пяти.
тобой быстрее всех пробить! Он следит за нами. Ну и где? Где ключи? Вот. Открой. Ну и где же наши воины? Они нужны нам. Не знаю. Отлично, теперь нас строят. Супер! Они прилетели. В атаку! Бежим, Бетти! До встречи! Джесс, я тебя уже 3 раза звала. Это твоя подружка. Она мне не подружка. Привет. Привет, Джесс. Постойте, кто это? Я знаю, сегодня суббота, но это твоя учительница. Мисс Эдмундс, я хотела отвезти своих племянниц в город, в музей, но у моей сестры в последний момент изменились планы. Вот я и подумала. Слушай, мам. Что-то с малышкой? Нет, все нормально, она с Мэйбель. Учительница предложила мне съездить на экскурсию. Угу. Ты не против? Угу. Мисс Эдмундс, да, я могу. Поехали? Да. Да? Да, мам. Кто-нибудь забыл?
Нет, я... Все хорошо. Тебе нравится? Да. Это Брейгель, один из моих любимых художников. Может быть, он тоже вначале рисовал в тетрадях, так же, как и ты. Потрясающе, как детально все нарисовано. Ты ведь уже бывал в музее, верно? Нет, сегодня первый раз. Правда? Да. Тогда я польщена. Отличный день выдался, а то дождь шел почти весь месяц. И я уже думала, будет как в японской легенде, где солнце спряталось в пещеру и обещало не выходить. Вы так много знаете. На самом деле не так уж и много. Но я стараюсь ни на чем не зацикливаться и доверять своему подсознанию. И Лесли Бург так говорит. Нужно давать волю своему воображению. Лесли Бург права. Благодаря такому воображению можно создать новый мир. Большое спасибо. Всегда пожалуйста. Может, как-нибудь еще раз съездим? Я не против. Всем привет. Я же вам говорила. О, Господи, Джесс. Где ты все это время был? Где ты был, Джесс? Но, мам, я же спрашивал тебя. И ты даже... Они думали, что ты умер. Бренда, замолчи. Умер? А что случилось? Твоя подруга Лесли умерла. Утонула в ручье сегодня утром. Она пыталась покататься на веревке, но та оборвалась. И она ударилась головой. Нет, это... Нет, это не такая веревка. Она не могла оборваться. Но оборвалась. Мне очень жаль, сынок. Нет, ты врешь. Она не умерла, ты все врешь! Джесс!
Привет, милый. Будешь завтракать? Я сначала дела закончу. Отец все сам сегодня сделает. Садись. Джесс, мы с папой решили сходить к буркам, отдать последнюю дань. Мы втроем. Что отдать? Тише, тише. Ты, наверное, Джесс? Я мистер Эрнс. Это моя жена Мэри. Примите наше соболезнование. Да, мне очень жаль. Крепитесь. Привет, Джесс. И если вам нужна какая-нибудь помощь, скажите. Жаль, что мы познакомились при таких обстоятельствах. Она любила тебя. Знаешь, у Лесли никогда не было настоящих друзей в старой школе. Мы надеялись, что, переехав сюда, она сможет... Она сказала, что если бы не ты... Джесс, ты самый лучший друг, который у нее был. Спасибо тебе за это. Не за что. Джесс, в следующий раз нужно взять Лесли с собой. Ей понравится. Привет, приятель. Мне очень жаль твою подругу. В данном случае местоимение. Ну что, заменяют. Теперь ты самый быстрый в классе, да? И являются подлежащим. И это шутка. Ты что, рехнулся? Джесс Эрнс, подожди меня в коридоре. Дочитайте параграф до конца. Козёл. Джесс. Когда умер мой муж, все говорили мне, не плачь. Пытались помочь мне забыть его. Но я не хотела забывать. Прости. Она так оригинально мыслила. Такие ученики мне нечасто попадаются. Поэтому я поняла, если так тяжело мне, какая же это потеря для тебя. Finally, come to let go. I know there's a better way. I wanna know what's over that rainbow. I'm gonna get out of here someday.
Привет. Лесли? Лесли! Лесли! Джесс, помоги мне, я сейчас упаду. Быстрей! Мой Бэль. Держись, не двигайся. Давай руку. Не бойся, я тебя держу. Ты что здесь делаешь? Я беспокоилась за тебя. Напрасно, ты мне здесь не нужна. Я с тобой хочу пойти. Это наше место, иди домой. Это наше место. Я сказал, иди домой! Милая, что случилось? Что с тобой? Ну, что такое? Успокойся, сынок. Не плачь, не плачь. Все пропало. Теперь, как в Библии говорится, она отправится в ад. Я знаю о Боге далеко не все, но я уверен, что он не отправит эту маленькую девочку в ад. Тогда я отправлюсь в ад, потому что это моя вина. Ты здесь ни при чем, не говори глупостей. Но это так. Я не позвал ее в музей вместе с нами. Я не хотел ее приглашать. И меня не было с ней рядом. Это все моя вина. Нет, 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 нет. Это не твоя вина. Ты ни в чем не виноват, сынок. Это ужасная беда. Не должно было этого произойти. Но это не твоя вина, Джесс. Она ведь помогла тебе стать другим человеком, верно? Это важнее всего. И ты никогда ее не забудешь.
Мэйбель. Послушай. Извини, что я тебя толкнул. Я вел себя глупо и неправильно. Мне не хватает общения с тобой. Теперь она принадлежит тебе. Я тебя не заметил. Скажите, можно взять доски у вашего дома? Да, да, конечно. Все, что тебе нужно, бери. Знаешь, я даже думал отдать тебе принца Терриена, но я не могу с ним расстаться. Если бы хотел, чтобы он был у вас. Да. Мешай нам. Хорошо. Но я знаю одно невероятное место для игр. Только пообещай, что ты никому о нем не расскажешь. Ни Бренди, ни Элли, ни даже Джойси. Да ты что? Как я могу что-то рассказать Джойси? Она ведь совсем маленькая. Да, ты права. И она еще не готова быть принцессой. Пусть немного подрастет. Принцессой? А кто будет принцессой? Осторожно. Здесь ступеньки. Не подглядываешь? Ногу вверх. Так. Сокрушит нас.
Ух ты! Это все ты сделал? Да. Подожди-ка. Смотри! Я думаю, они услышали, что прекрасная девочка, которая пришла сегодня, будущая правительница Терабитии. Кто услышал? Терабитяне. Они тебя ждут. Где? Я их не вижу. Это древний лес, Майбель. И в нем обитают волшебные существа и дружелюбные великаны. Нужно лишь хорошенько присмотреться, а твое воображение тебе поможет. Ну, что скажешь? А здесь могут быть фиолетовые цветы? Все, что захочешь. Здорово. И замок. Такой большой, с башнями и флагами. Конечно. Смотри, Джесс, здесь так красиво. А здесь есть король? Ты здесь король, Джесс? Только если ты принцесса. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм».
For us, a place for.